Утречка, отличный денек для новой игры. На связи Чандра, Ольга. И у нас сегодня игра, на самом деле, как мы не поняли, как она называется. В Стиме она называется вроде бы Horror Villa, плюс у нее есть какое-то китайское название, которое называется «Разблокировка террора». А когда запускаешь игру, то в окошке тут написано «Horror House». В общем, типичный инди-хоррор, ничего необычного. Так, поехали, посмотрим. Что он из себя представляет, ребят, понятия не имеем. Просто увидели какие-то инди-хорроры. На раздачках, по-моему, да, мы посмотрели? Чего? Пресс Е. Не хочет. По-моему, громковато, ребят. Сейчас немножко... О, ну, конечно, он через жопу, да, будет? Сейчас мы немного звук подубавим сразу. Оп-оп-оп. Вот так, я думаю, будет достаточно. Более чем. Сама открылась. Спасибо. Угу. И закрыли. Правильно, не брюки родили. Так, погодь. F. Слабый свет. H. Посильнее. Ой, вернее, G, H и J есть. Прекрасно. Оставим. Это... А, я J... А, J это просто свет ослепляет нас. Это какая-то дополнительная подсветка, значит. Да и режимы фонарика, они тоже стакаются. То есть вот смотри, оп-оп-оп, видишь? Прикольно. Не, в целом в этом что-то есть, да. Давай мы вот такое вот, наверное, освещение оставим. Там посмотрим. Пресс Е. Если еще F. Не стоит. Записка? Слендер? Живым не... А, нет. В общем, я доставщик. Ой. Я доставляю доставку. Куда поползла? Хороший вопрос. Куда поползла? Ну, здесь явно. Руки оставила так-то. И что, только руками ползает? Может, она обезьяна, и у нее руки и ноги. Ладно, ребят, это хо... Ох, какая это прекрасная это... картина. Женщина, голая. Почему мы... Почему мы карлик? Ребенка. Может, мы играем за ребенка? А почему я в приседе перемещаюсь значительно быстрее? Шифтом. Вот. Скримаки, ребят. Не, ну это хоррор. То есть это объективно. Я пытаюсь. Бери фонарик, не видно ничего. Во, а прояснилось, да? Нормально сейчас видно. Какой-то силуэт плаща. Но юбка не пошла. Но юбка... Хорош, кстати, хорош. А, спасибо. Еще вернемся сюда. Кровушка. Ух ты. А это прям это... Кто-то кости пересмотрел. Может, это анатомический какой-то зал? Ой, давай тогда, раз нам открывают дверь, то что не зайти? Давай в приседе передвигаться, по-моему, быстрее. Согласен. Где-то это... Кто-то против. Ага. Ой, телефон звонит. Или это в ушах. Это какой-то из... Но если бы это был, например, The Hatman, я бы предположил, что... Это можно спрятаться? Да. Посидим. А фонарик? Да в жопу. Пусть светит. Да, ничего там, через огромную щель светит фонарик. Ну, и... ребят, это все-таки инди-хоррор, поэтому, ну что вы еще хотите от этой игры? Ну да, она работает корявенько. Все. А, все? Мы остаемся здесь. Все, да? Да. Пустите меня. Все, получилось. Так. Глаза отдельно висят стоящие. В воздухе. Да. Откуда льется? Не знаю. Мне кажется, топит. Не с нас? Сейчас посмотрим. У нас ног нет. Я не могу посмотреть, течет ли по штанине. Вот. Ой.
Вот они, ноги. Она идет, кстати. Куда идет? Я ловлю! Я ловлю! Ну, у нее ноги в руках. Ловлю, в ловлю. Руках. Теперь у нее, получается, руки в ногах. Все, я поймал. Куда она идет? Блин, привет, ребят, привет. Я серьезно, я не знаю, как вы можете играть в хорроры и бояться при этом, но это же просто... Это же... Каламбурятина какая-то. Надеть. А куда она выйдет? Она выйдет куда-нибудь, в принципе? Сейчас посмотрим, вот она пошла. А пошла ли дальше? Нет, все, на этом закончила. В смысле она закончила ходить? Ладно, давайте тогда посмотрим, что здесь. Что есть? Что здесь есть? Стол. А, здесь есть записка. Которую мы вообще не читаем, по-моему. А, это не может быть правдой. После того, как я починил свою машину и вышел из дома, я не знаю почему, я вернулся назад, и я оказался в дрова. В общем, что-то происходит. Это вольный перевод, скажем так, художественный. И кошмар любителя качественной графики. Хм. Может быть. Ой, там это голова из стенки была. Да. Так, ладно, это давай пойдем дальше. Стул, который, на котором зеркало. Было забавно. Вообще, знаешь? Что сломалось? Они что-то ломают где-то. Буянит, женщина, буянит. А, так, если мы пойдем вот сюда. Мы сюда же не пошли изначально. Там нам двери открывали, мы пошли к дверям открытым. А здесь что? О! Сюрреализм. Интересно, да. Тут дверь есть. Дверь в задний проход. Не можем. Вот, смотри, мы обошли. А кто-то оползз. Зачем такое хорошее и нельзя посмотреть, что там? А нам нужно? Я не знаю. Но я хочу проверить. Мышка иногда вылетает. Вылетает мышка? Да, да, иногда бывает. Но благо здесь левую кнопку мыши не надо нажимать. Она мне кто-то ходит? Не ходит? Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Нам нужно в гонки играть. Да, кстати, ребят, игра в жанре гонки, головоломки, хоррор и глубокий сюжет, вот. Подсвеченная дверь. Там свет видно. Я могу войти. Я вхожу. Это... Ну вот он, глубокий сюжет, да, ребят. Знакомьтесь. Женщина стоит. С миской. Красивая. Налейте ей! Это звук там есть. Как будто иди. Лампочки опять. Моргаю. Давай войдем. С какой взаимодействовать надо? Женщиной или лампочкой? Во. А обратно как выходить? Вот звук какой-то вот время от времени появляется непонятный. Ну как будто что-то звонит. Или звонит. Пиликает. Что здесь? А я могу вот эти двери закрывать? Могу. К слову, могу. Ладно. Не скрипучие, их тут не смазывали, блин, 100 лет, наверное. Солидное помещение вообще-то. Я попробую заходить в каждый шкаф, потому что, а вдруг при... Ну, шкаф, если ты в нем спрячешься, активируется скримак. Глубокий сюжет за закрытой дверью. Возможно. Какая кровать классная. Это что? Эта женщина улеглась спать, не смыв косметику. Потом и вот штукатурка с нее посыпалась. Потолка. Открой. Сейчас обидно было, кстати. Мне кажется, она пошла умываться. Ладно, ребят, возвращаемся тогда. Ну, выбора нет.
придется Не вернуть. вкус виски даже. Вообще ничего. Обидно вообще. Туда придется идти. Что делать? А тут дверь. Да не открывается. Тот самый задний проход. Так. Там прям, смотри, аж светится. Просье. Прям открывается. Ах ты собака, а чё ж ты тогда светишься? Зачем? Да, мы на картонах перемещаемся, потому что так быстрее. Так, хорошо, мы можем пойти вот сюда. Это как в Рик и Морти, да? Фальшивые двери. Покупайте фальшивые двери. Самому заблудиться в этих дверях. Мы там были, с другой стороны. Похоже, вот я отсюда посмотрел, вот то глаз, смотри, а это усы. Ага. Черное. На Принглс, по-моему, изображение такое же. Так, где мы? Мы в комнате. Что в этой комнате? Открытая шкатулка. В ней пусто. Чашка. Что еще? Вот это дизайн, да не говори. Где-то что-то открылось. Но где что открылось, непонятно. Где записки? Я не знаю, записок нет. Чё мы ищем? В чём мы ходим? Что там на стене было? Где? По-моему, картины все лучше и лучше становятся. Это глаз. А закрыть? Не могу. Не закрыть, не открыть. Могу. Всё, пускай она там будет. Понятно, что она сквозь текстуры проходит, ребят. Но что вы хотите, инди-хоррор-то, алё? Бесплатный причем. Где страшно? Ух ты. Какой шкаф. Понимяу. Закройте, пожалуйста. Будет какой-нибудь секретный скримак? Нет? Ищем женщину, ноги в руки, о! Руки в ноги. О! Ключ. Записка. И записка. А, был вечер, ее муж вернулся и задал мне несколько вопросов. Эй, муж. Муж той самой женщины, которая ноги в руки. Руки в ноги и руки в ноги? Зачем столько спален? Может, отель какой-то. Ну, это вряд ли дом именно. Так, что за картины? Ну-ка. Это не открывается. Нет, не от этой двери. Так, какие у нас двери не открывались? С другой стороны была дверь, и там еще много дверей, кстати, не открывалось, да. Вот, а это вообще не реагирует. В первой комнате, в которой мы были. Да. Не помню. По-моему, тупиковая. Шкаф-мешаница. Да, тупиковая, мы здесь только записку находили. Че, на шифт точно бегает? Ну вот shift ускорение есть. Ускорение реально есть. Гораздо медленнее, чем мы на этом. Но вот так быстрее. Вот здесь, смотри, есть закрытая дверь. Не там. Может, это пара? Женщина ноги в руки. А мужчина руки в ноги? Возможно. О! Это задний проход. Опять штукатурка. Книги. Ключ! Ключ залутали. А рыцарь. Мужчина есть. Мы увидели мужчину. Да, картины все лучше и лучше. Что написано здесь?
Так, обед, собственно, короче, на ЛСД сидит парнишка. Это стрёмное место. Не оборачивайтесь. Серьезно? Серьезно написано, здесь не Серьезно? Причем оборачивайтесь. на русском? На русском. Я неожиданно. В китайской игре на русском внезапно не оборачивайтесь. Правда. Насколько быстро нужно не оборачиваться? Саш, трое. Ну, я, по-моему, достаточно медленно не оборачивался. До этого резко. Не работает. Какой? А. Женщина. Ой. Она нас убила, нет? Не знаю, у нас фонарик сломался. Опа. Мы где Где вообще? мы? Я не вижу. Фонарик есть? Есть, кстати. Это какой мы фонарь включили? Все, давай тогда без этого фонаря. Женщина пришла. Она пищит, женщина. Женщина-мышь какая-то. Но будем считать, что мы убежали от них. Мы спрятались за кустом. Ребят, тактика сработала, все хорошо. Опа! Та-ра-та-та-та-та! Кто это? Я не знаю. Loading the world. Все в гонке. Где мы? Что мы? Фонарь не работает. Фонарь не работает. Он все? Над духом плачет. Бахается. И концовка какая-то. Я не знаю. Девочка плачет, разбитые плются. Ага. ЛСД телевизор. Про телевизор не видел. Мне кажется, если честно, что мы под текстурами сидим. Ну, без шуток. Кнопки фонаря, если что, ни одни не работают. Не, ничего не могу. Мышка не перемещается. Мы не можем куда-то вылазить. Мы можем разве что... О, save Тут game! есть сейф. Ничего себе. Ладно. Main menu получается. А если continue? Что мы? Я не вижу. Я Плохо тоже не. видно. А, это женщина где была? Это же задний проход? Нет, это перед этим. Нас убила. А Или что? почему она нас Именно убивает-то? нас не убила. Нас убила. Или не убила? Это мы Да. загрузили снова? Да, и оно нас убивает, получается. То есть туда ходить нельзя. Почему? Не знаю. Или можно, но без фонаря. Как тебе такое предложение? Присиди. Нет. Что с фонарем, что без фонаря. Туда Пошли нельзя. Хорошо. Раз нельзя туда. Мы, собственно, ну и ладно. Нам много раз повторить не надо, правильно? назад. Женщина стоит, смотри. Ой. А к ней тоже нельзя. Ты ее муж? Видимо. Задал нам пару вопросов. Ну, она стоит. Трясете. Ой. Может, вот это нас убивало? Может, вот это нас убивало? Что-то их многовато. Пошли в шкаф. Шкаф? Давай, кстати, в шкаф сходим, правда. Ребят, идем в шкаф. Я не знаю, какой. Там кто-то бежит. А, вот тут шкаф есть. Запирайся. Вопрос, как закрыться, да? Слушай, а не получается. Дальше зайди. Все.
Мы в шкафу. Я вас с этим поздравляю. Сколько мы должны так сидеть, я понятия не имею. О, во-во-во-во, оно там есть, вот оно. Она подошла и исчезла. Значит, нет, не там... исчезла, она еще там. Это вторая была, по-моему, и она исчезла теперь. Ну-ка, сейв гейм. Нарни. Сейв гейм. Нифига себе, сказал Яси. Сейв номер один, ребят. Вот так вот, плеер. Ой, ревнивый. Да. Ну-ка. Нам в итоге сюда, не сюда? Непонятно, да? Я знаю. Не сюда, зараза. Что нас убивает, я не понимаю, потому что я ничего не вижу. Нет, нас опять загрузило отсюда. Не этот мне, пожалуйста, лот. Мне вот этот лот. Вот один, который. Не закрывая шкаф, просто стой в нем. Уже не могу. В следующий раз. В следующий раз, да. Так, тогда нам в другую сторону, видимо. Погнали. Ой, а тут женщина опять бежит, кстати. Она там реально бежала. Бежала прям на нас. Стоим. Давай постоим. Она нас убьет, скорее всего. Посмотрим. Да. Угу. Комнату озарила. И? Хочет там идти. Где она так долго ползет? По-моему, она помогла гораздо быстрее. Ой, женщина, а где вы? Это долго вас ждать? Ну, вон она. Женщина пляшет. А, это просто скримак, тьфу. Это просто скримак, не более чем. Ключ-ключ спиралик, слово лучше. Да. Нам нужно найти, откуда ключ следующий. Нас, значит, могут убивать, да? Ну давай сохраняться-то, чё нет-то, господи. Давай прям на постоянке. Раз, сейв, сейв. Сейв, сейв. Чё, какие проблемы? Погнали. Какой душный хоррор. Непонятный, скорее. Вообще ничего не понятно. Ну, криво сделанный. Очень плохо. Ну, понятно, инди-хоррор, все дела. Опять складывается ощущение, будто мы сначала играем. А где мы находили ключ, кстати? Помню. И я не помню. Мне кажется, когда нас убивают, мы якобы начинаем сначала. Это дверь открыта. Не знаю. Здесь пусто уже. Давай по-быстрому туда метнемся и, в принципе, все. Кого? Кого тут открываем? Я понятия не имею. У меня теперь повсюду двери, ребят. Просто повсюду двери. Ладно, тут была барышня. Мы больше ничего найти не можем. Здесь же... Здесь есть какая-то дверь. Она закрытая. То есть, если нас сейчас убивают вот здесь, то все. В принципе, все. Эта игра непроходима, получается. Ну, либо мы чего-то не понимаем. Все. Ну, я реально тогда ничего не понимаю. Потому что здесь нас опять убивают. Именно вот в этом самом месте. Ладно, забили-забыли, как-то так, вот такой вот у нас хоррор получается. Хоть одно нас радует, это наши дорогие, замечательные, потрясающие, великолепные бустеры, благодаря которым-то, собственно, на канале видосики выходят. Присоединиться к их числу, вступить в семью. Семья — это главное. Можно по ссылочке в описании, ссылка на бусти. Переходим, подписываемся.